Всем доброе утро. Сегодня 22 апреля, коммунистический субботник. И мы начинаем утреннее зарыбление форелькой. Такой небольшой. Так. Ой, какая большая. Спортивная рыбалка. Ловлю я вдоль за ру... И снег. О! Мы все увлекаемся. Да куда ты? Сачок-то не подымешь. Тяжело будет, Ленчик. Да куда тебе еще одну? Тяжело будет. Красный прям. Ой. Давай, вот сюда пойдем. Да? Да вот, ступай, да. Давай. Отлично. О, плавает. Ушла. Вот так. Зарыбляем потихонечку, зарыбляем. Зарыбляю форелечкой красивой, золотистой. О, уж смотрите, ой, о, как они выпрыгивают из сачка. Переместились. Я туда ушла, а ну да. Ну смотри, смотри, как она от сачка бегает. Тебе что, что сделать? Бочку? Подожди. Сейчас я прыгаю сюда. Вот так вот. Неудобно, да, Лень, с той стороны? Не хочет. Одна пока. Лень, не надо, давай чуть поменьше, а то тяжело. Зачем? Ну что, теперь на другую Ленечку. Теперь на другую. Да, я садок перетяну. Сейчас перетянем. Не скинул. Помочь? Да, тот край скинь, просто скинь тот край. Ага, вот этот, да? Да, я по-своему. Ага. Скинул. Вот это тоже нам надо скинуть. Вот. Оставь, все, оставь. Оставь, я сам сделал, оставь. Хорошо. А все у меня моргает.